записи. Ой, тут у тебя тачка еще. Ебать, она в купальнике у тебя. Шлюшка, негритянка. Пришла, блядь, к тебе в гости. Прикольно. А че мне с глазом, блядь? Уже глаз кто-то подбил, охуеть. Какие-то гопники уже глаз набили. Ты зашел? Кто-то звонит в вашу дверь. А, во. Слушай, прикольно. Сейчас открою. Так, впустите малората. Заходи, бро. Кто там? 100 грамм. О, ебать, она страшна. С открытым глазом. Такая гопотуха пришла в купальнике. Это самое лучшее, что я смог сделать. Вы кому, уважаемая? Я секс на дом не вызывал. К тебе, блядь. Родной, блядь. Все, пошли в койку, заебал. Какая дерзкая. Иди подмойся сначала. Подмойся только, блядь, там. И убивали людей, там вся хуйня. Я с вами, мадам. Я прям в плаще. Понимаете? Ебать, не съебал, я не понял. Я, наверное, еблом ударился, об руль, когда врезался. Да, и выйти пиздец. Блять, я уже смеяться не могу. Ой, слушай, это не твоя тут форма валяется, чувак, иди сюда. Тут труселя валяется. Че, блядь, ты хочешь? И ночнушка. Может, что покажет, подожди. Тут... Да. Не, блядь, спину показывает. Ну, она типа в купальнике, короче. Не делает. В купальнике моется. Блядь. Ебать, она дура тупая. Нахуй так жить. Ну, на спинку край сиськи видно, на самом деле. Да. Так, ну у меня комната готова. О, я сиську видел. Ой, ебать, ебать, она повернулась, блядь. Я тоже хочу, пустите меня. Да, она в купальнике. Чёрт. Ну ты сводишь женщину, блядь, в магазин, блядь. Я тебе сделаю, короче. Я уже и купил, лень, ночной наряд, иди сюда. Тут труселя в зебру. Надо магазин найти, где этот, короче, белье продается, короче, сексуально. Вон, смотри, на полу валяется уже. Готовая. Да ты что? Разной. А, она страшная, она убегать. Не, бабу надо сначала споить. Иди, у меня вискарь есть. Накатим по одной. Иди сюда, Шурик. Подожди, он виски пьет. Сейчас он накатит для храбрости. Все, он накатил. Сейчас, пойдем. У меня часы какие-то, блядь. Что это такое, не знаю. Закрывай, все. Ну теперь можно идти на войну. Еба! Она уже готова. Пойдем, что мне появилось? Тебя не пускаю, а, блядь. Переодеться. Ты не заслужил. А можно сбоку? Прислониться. Да пожалуйста. Это бандитская давалка дает всем. Бандитская давалка. При этом страшная. Цени, вон, видишь, работает. Ну-ка. А у меня улицу показывает. Да? Не, а мне показывает это. Посмотреть телевизор. О, мультики. А, во, показывают, да. Блять, а чё раньше не показывала? А, это... Знаю. А у тебя есть субтитры, не? Не, а, не, нет. А чё звука нет? Надо погромче. Эй, блять, не кого-то жгут, блять. А ты видишь этот мультик? Да. Про детектива вот это. Детектив. И тёлка у неё такая, ууу! Типа такие клише, короче. А, у неё есть субтитры, да. Дурачим суровой пустыни в прекрасной сущности земля тай. С гольфом клубами и растительной космической гидростанцией. Рай полный счастливых семей и гламурного духа Вайнуда.
Интересно, если этот мультик выложить, тебе копирайт дадут за это. Это там почти за каждый самый дают. У меня видео GTA не монетизируется вообще, в принципе. Просто там заказываю песню. Хуярят. Да, за мультики дарят тем более. В одном видео вообще звук вырезали, прикинь, скоты. Типа там какое-то видео только без звука. Точнее, это музыка только без звука. Из-за этого. Ну, далековато. Ладно. Чё, поедем на миссию какую-нибудь? Redwood сигарет рекламирует. 9 из 10 врачей рекомендуют. Идеально подходит для игры в теннис, для круиза на яхте. О боже, кто это? Молчать, женщина. Хау, привет, краснокожий. Да, актерский контракт очень сложная штука. Аштака, если сесть. Написано, не садится, слушай. Ксенофобский мультик, типа. Типа индейцы такие, блядь. Стереотипные тёлка, типа, стереотипная тупая, короче. И мужик такой, типа, блядь, короче. Тоже стереотипный. Так, давай. Что у нас есть? Проклятый коммуняка! Ага, коммуняки опять, блядь, строят козни против наших, блядь, американцев. Говорит, нам дикарям оказали честь, забрав нашу землю, говорит, что потом убили 90% моего народа и согнали оставшиеся крошечные загоны. Нам решили, разрешили нам пить огненный и работать на стройках. Но теперь это все блаженство разрушено. Скажи, есть Redwood. И мать мне там сигарет, нахуй. Лучше сигареты, для нас тысячи, опять рекламу сигарет. Так, есть на воздух. 3, чувак. На двоих. А там надо стрелять, у меня оружия нет. Наверное. Давай пойдем, я что-нибудь куплю себе пострелять. Ну, пойдем. А так ты с банка не можешь снять бабло? Так там не надо, блять, снимать. Как встать-то, ёпта. Не, ну жопа ничего нас. Жопа. Да. Нормально. Давай. Пойдем в гараж. Подвезешь женщину. Да, да, да. Вот он, гараж. Да? Да. Точно, точно? Точно. Заходи. Тебе надо денег будет женщине дать на оружие. Денег. Все как в жизни, блядь. Давай, тёлка, покатаемся на моей крутой тачке, цени, какую отжал. Я угнал, блядь. Вообще, такой не люблю, конечно. Че все за угнал? Купил. Ты купил, да ты нищеброд, блядь, я тебя знаю. Поменял на нож в сердце, в почку и в глаз. Я буду тебя пилить, как будто жена. Опять украл, да? Все нормальные люди покупают. А ты как мужик, блядь. Вот так настоящий мужик. Все нормальные люди ездят, а ты врезаешься. Так, куда ехать-то? Я не знаю, где магазин есть. А, магазин с оружием? Я поставил. Поставил? Как тут поменять? На нахуй! Ты чё тут стала, дура? Большая машина, большая ответственность. Всех таранить надо. Не без этого. Поехали. Чего ты ездишь? Че, ну пьяный за рулем. Он накатил вискаря только что. Опять напился алкаш, блядь. Не просыхаешь. Ты че, мужик, давай, газуй! Нихуя себе ты, блядь. Переехал его, еб. А это приедет, да? Хорош. Красный свет. Не будет его здесь. Никогда. Чувствовал, не видишь, я еду. Надо парочку легких миссий пройти. Да. Заработать мне на автомат.
Ловил долбоёб. Суса, you don't take my offers of help seriously. It's so rude of you. Долбоёбина. Слышь, чё вы чё? Ну, а машина уже точно для меня. Пойду тоже посмотрю, может, что есть. Хороший как купить. Тин-тин-тин, тут голая женщина! Блядь, мне даже микро-ПП недоступен, охуеть. Чё можно купить? 8000, блядь. Ну чё так дорого? Штурмовая винтовка. 6500, блядь. 4, нахуй. 3, блядь. Я ебу вас, даже обрез, нахуй, 15000 стоит, блядь. Обрез это вообще хуйня какая-то, блядь. Недостаточно денег. А, я ж себе просрал на этот, на хату. А чё, в банке нету, что ли, Ази? Чё-то я ничего купить не могу, не понимаю. Чё за смс-ка, Симон? Чё ж? Да. Мог бутылку купить. Так, деньги, услуги, ну-ка, банк. Выбери какую-нибудь миссию попроще, чего. Без мочилова желать. О, у меня в банке вообще денег нет, прикинь, тоже. Я бомж. Я все слил. Так, миссию попроще, говоришь. Где там была там? Телку качнуть. Сеть. Так, найти. Ну, можно гонки угонять. Эту самую машину угнать. Так, как там дела? Быстрые здесь, дела. Блять. Хипстерские дела. Киды нахуй, еб твою мать. Жесть, не видел. Задание. Есть костюм пилота, блядь, какой. Эй, бать, здесь военный костюм, блядь, сказка такой. Спасибо. Бать, стоит 30000, блядь. Полный газ, наверное, вот это гонки. Налет на базу. Погоня. Можно погоню выбить, наверное, в душе или нет. Общественная деятельность. Бля, я не помню. Ну, давай вот это. Полный газ, скорее всего. Да я хочу какой-нибудь, не знаю. Так, да, давай, я создал. Бать, так дорого, пиздец. А где тут нижнее белье вообще? Нижнее белье? Да хуй знает. Что мне надо делать? Так. Сейчас я тебя кину приглашение. Подтвердить настройки. А вызов нет. Подносить мои друзья. О, все. Пригласил тебя. Так, ты вошел? Ого. Так, как начать? А, это пригласил, игра. Все, запускается. Полный газ, Ламар. Полный тормоз. Фрэнк. О, моя техника стоит. У меня есть пистолет и 4 магазина. Да. Ну это норм. Тебе хватит. Заберите Sapphire какой. Нам все равно угонять тачки. По-моему. Да. Че тут паркуются? Зверели что ли? Кто разрешал в моем городе парковаться? Офигеть, ну у них тут развязки. Я поражаюсь просто. Вот я нарушил уже все возможные правила дорожного движения. И что бы тебе за это сделали? Меня уже посадили, наверное. Не то, что там права отнять. Но им нас не взять живьем. За столб вообще. Наказали бы анально. Нихуя себе. Блин, нельзя пить сразу ехать. Все-таки задел машину. Че-то где-то перестал управляемый быть. Что-то не уважает.
не очень музыка. Аккуратненько, значит, свалимся еще. Мы же не хотим это. Сейчас, подожди, я включу музыку. Погромче. Еще не слышно? Да. Ну я потише делал. Так, где тут тачка должна стоять? Она. Захожу к тебе в тир. О, я в тире. И чё? О. Запускай. Прокачан. А как силы, интересно, прокачан? Игрок Малорад, игрок Викс. А как, готов? А, готов к игре. Давай. И что надо делать? Чем цели? Попадите в мишень вашего цвета. Какой мой цвета? А. Попадание в мишень вашего цвета дает очки. За попаданиями другие мишени очки отнимаются. А, то есть только по моим? Ебать, они стоят голимо. Ой, блядь. Кто сколько набил? Сейчас. А я победитель, написано. Да. Две очки. 4500. Че, еще раз? Да, давай еще раз. Реванш. Да. Дубль два. Блин, тебе хочется ждать, пока ты мишень уберешь? Все. Проигравший. И я запотел просто. Ебать, 4500. Давай попробуем, есть какая-то решетка с мишенем еще. Давай. Что-то я выбрать ничего не могу. Выходить, наверное, надо. Не, у меня что-то все вообще ничего не видно. А у тебя что-нибудь можно жать? Да, можно. На твое время выбирать решетку с мишенями поставь. А где? Ничего. Не, у меня тут это. Загрузка следующего раунда что-то. И все. А больше ничего нельзя. О, следующий раунд пошел. Я хотел другую выбрать. Вот ты там потеешь. Суки сдают. Да нормально. Ну, на чуть-чуть. Блять, почему нельзя сменить? Так да. Выходить можно и все. Выйти из списка лидеров, продолжить. Игра окончена. Блять, что ж за тупо как-то пиздец сейчас. Ну, выйду, блять, что делать. Состязание завершено. Ну, давай еще, может. Давай еще раз. Прикольная тема. Я не знаю, как это сменить. Может такое. Тут может только продолжить, короче. Давай. Понеслось. Ха-ха-ха-ха.
тебя нельзя стрелять, жалко. Я думал, что за хуйня? Вы издеваетесь. А я не понял вообще-то. Чьё, а где тут? А? Бля, а ты больше... А, очки... А как очки начисляются вообще? Выиграли раунду в 2 очки. Выстрелы, попадание, точность. За попадание в мишени вашего цвета даются очки. За попадание в другие мишени очки отнимаются. Что за фигня? Может, ты чё-то... Нет, цвета мишени на свои, попадая в них. Выиграть тот, тебе будет больше. Да не, тут чисто мишени. По мишеням. Миниган. А сколько вообще раундов будет сыграть? 3? Фиг знает. А, во, игра кончена, блять. Поражение. А, блин, тут есть раунды все-таки. Да, да, это видео засниму. Разгоняйся. И мотоцикл под ПСП-сайди из этой полосы стоит мой. Риснулся. Ебать он тяжелый. Чё ты, блядь, наедешь и взорвёшься? Ненормально. Давай, давай, шасси сам забираем. Опа! Ебать, я его поднял, типа, ты чё? Поднял. Самолёт в воздух этот. А, не на моём сервере тогда, что ли? А-а-а. Да, кстати, люди есть на сервере, да? Я там понял. Хорошо. Давай, пикирую! А теперь выходим! Давай, быстро вылетай, вылетай! Пришел, пришел, пришел! Ебать, я успел тебя шутить! Взорвал самолет и въебался об землю! Че, ты не смог взлететь? Не, у меня это самое парашют, это самое парашют не раскрылся вовремя. Не, я взлетел, я полетал. Но я хотел выйти. Подышать я же воздухом. Так, ладно, давай миссия. Сейчас я зайду позже. Так. У себя магазин заместительный. Mm-hmm. Так, начать дело. Созданный Rockstar. Да, вот так игра, как бы, вроде на самом деле охуенная, но есть такие недостатки, которые адам просто бесит. Так, любимый марш... А, любым маршрутом. Экспансия Мэри Узер. Внутри страны имеются свои плюсы. Резкий приток новейших военных летательных аппаратов. На крыше пирса 400 в западных доках стоят 2 боевых вертолета. О, чувак, тоже неплохая миссия. Так, пойду пока пасу. Это мы любим боевые вертолеты. Минус 1000 стоит. Надо купить. Барабан. Красиво жить не запретишь, пацаны. Я вернулся. Ты молодец. Старвекс. Старвекс. Игнорировать звонок квартиры. А че, я вышел из дома? Я же нажал тебя впустить. А ты вошел? Нет.
странно. Что-то я нажал впустить. По сути. Ларик. И в итоге вышел. Войти с друзьями и членами банды. Во. Давай. Я вошел, а ты вошел? Да. Чик, не гритовская хуйня играет. Приключи их. Ой, переключить. Я лучше 100 грамм накачу. Это, блядь, хуйня. Опа! Хуйня. Хорош. Ну че, уважаемый? Хуйня. Цивильный еще закрыл. Себя. Где пульт? Где этот мультик этот шел? С космонавтами. Блин, главное не понять, какое радио вообще. Только по звуку. О, блядь, тут шлюху убили. Цени, цени. А, это типа псих, короче, который типа в кино снимался. Я помню это хуй. Убитая шлюха. Так, смотреть телевизор. Громче. А что тут можно еще? Приготовить можешь что-нибудь? Надо только бухать. На кухне одно бухло. Что меня в этой игре в этом раздражает, так это то, что телек тихий. Да, мне нормально удиарет. Да. Ну я на максимум. Ты смотрел эту передачу, не? Не. Садись, посмотри. Да ладно. Выгнать всех на улицу. Прикольно. Так. У него кукла на руке, которая типа как вьетконговец, короче. Вьетконговец. От смерти там облегчение. I didn't know they were this bad. Jack, I'm the guy that's gonna turn your career around. His career is just fine, Rufus. You got a problem with that? He's still on top. He's still number one, Rufus. Такая еще музыка. The kid's still number one. Ну, Шпайн еще звезда. Эй, he's hoarding urine in there. Шпайн еще звезда. He's talking to a sock puppet. He's got these patriotic, like, delusions of grandeur. He's... Патриотическая мания величия. This is gonna be a fucking gold mine! You smell that? You smell it? You smell it? Home run, baby! Over the fence! Hey, life's been tough since I left prison and befriended Assad. But Ho Chi really understands me. And this agent seemed like the kind of guy who could get my career back on track. Making action movies about Asians and East Europeans. Oh, I couldn't wait. Neither could I. Now, Jack, I want to talk to you about my fee. It's a little high, but you get what you pay for. 40%. No negotiation. Oh, no, I want 60%. No less. All right? Hey, you drive a hard bargain. Okay. We did it. Great to have you on board. Way to go. Ты мастер торговаться. We called in a crew of guys that do crime scene cleanup to get all the hoarder stuff out. Jack was not happy to let things go. Nobody takes my piss! Нифига себе! Он безумен. But we finally got the place cleaned up. Yeah, almost. Hello. After all this women's work, it was time to get down to business. Еще не извинил. Rufus, I'd like to pitch my new movie to you. Okay. I infiltrate a Chinese business and I bomb all the factories where the kids make the MP3 players and I bring all the jobs back to America. And then I get these Chinese bankers, you know, that keep America's dead hostage. And I mow them down and I get myself some napalm. And then I say to Jackie, the fellas, hey fellas! Jackie, listen. I love the whole stick it to the Chinese angle. Super. But people, you know, they're a bit more sensitive now. Люди чувствительны. I'll say when the 80s are over. The 80s are never over. You don't just turn off the 80s. Hey, Jackie, okay. Какой-то он безумен.
Он типа, короче, актер, который в боевиках 80-х снимался, короче. И убивал, типа, всяких, короче, не американцев, блядь, и рехнулся на этом деле, блядь. Еще, походу, ребенка убил, блядь, за это в тюрьму сел. How could it be in the past? In the 80s, I could fly an attack helicopter. I could bomb any peasant village I wanted. And I could feel up any girl that I saw on the street. They were movies, they weren't real. Now we gotta get you real. I want you living a whole life online. That's step number one. Это было кино, we're getting a Fleeter account. And I want you posting all kinds of stupid, annoying opinions, okay? So we got them online. And then people started to make negative comments about him. And then we had a major setback. Он свой дом поджег. А они еще чьи-то. You know what, Jack? If you go around killing every asshole on the internet, you're gonna have a few million assholes. Пару миллионов мудаков. Get some extra body bags and get an extra large popcorn, because it's gonna be a long night. That's a quote. That's a quote from when Jack was popular. Oh yeah, yeah. It's a quote from yourself. And you know what? I'm pitching your movie. Nobody's biting. What if I had a sex thing? Like this. Hey, you got boop 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 boop. Pornography. I'm directing this picture because it's gonna be a number one hit. Chinese people, who wants to get killed in a movie? Get in the car. Let's go. Let's go. Закизбитом едут, короче. Кто хочет быть убитым в кино, блядь? О, шлюха какая-то. Ё-моё, горячие потные шлюхи. Берите. Я уже с конца капать начинает, но я хочу их убить. И резать. Да ты ёбнулся, блядь, парень. Я просто не могу на них смотреть. Сейчас еще согнется. Отвернись, чувак. Итак, отвернулся. Типа я не по делах. Чувак с ножом стоит возле бассейна. И две шаланды каких-то сидят. Шаланды полные фекалии. Пистолет. И сейчас будет стрелять. Я почти приехал, заебал. Бля, ебать, мой призает. Я так гонюсь просто. Кстати, а там еще какой-то дом появляется недалеко, около меня. Я уже подъезжаю. Терпи, брат, терпи! Не могу, бро, хочу убить. Терпи! Пойду чекну, что за сколько дом стоит недалеко от меня. А ты его, кстати, проехал. Ладно, давай сначала шаланд убьем. Нет, можно было на машине проехать? Нет. Хотя не знаю, попробуй. Нет. Не, реально попробуй. О, слушай, можно. Не дави. Все, не спугни, вон. Вон, цени сидят. Меня уронили. Вон сидят две шмары. Это их четыре было. Не твои, слушай. Девушки, вы кому? Девушки? Я сейчас её кастетом захуяю. Видал, что мне? Чё у тебя есть? Someone's on the rag. Видал, да? Что это за стул такой? Типа дарабашка лушаком. Нихуя себе. Блин, такая шлюха лежит, никого не тихает. Бля! Я не шлюха! Стой! Стой, мразь! Бей эту синюю, а я эту розовую. Ебать, она спрыгнула вниз, блядь. Да? Охуенно. Она уходит, Шурик! Чё, надо догнать её. Ебать там вопли. Я её потерял, как. Во, вон, я вижу сверху её. Она бежит налево, чувак. Бля, она зашла куда-то. Я вижу. Догоняй её. Гони её, как бешеная. Да я буду стрелять! Подожди, дай я мне выстрелю, блядь. А там ещё вон они. А, вон ещё две, те, которые тусили. Гони их, Шурик, гони! Меня опять уронили, я к спичу. Я тоже еду, короче. Я к мертвышнике свалился. А че ты с магнумом стрелял, да? Да, не, я с этого, у меня ствол еще мощнее магнума есть. Вот она, шлюха. Эй, погоди, что это мешало. Она в кустах прячется, там где я был, чувак.
все, упустили, скажи. Не-не, вон, я вижу. Где, где? Они! Они стоят! Ой, менты едут, скажись, блядь. Не по нашу душу. Вот мою точно, блядь. А у тебя звезда? У меня звезды нету. Вот, поехал. Shit. Запад, блядь. Ебать. Тут дробаш, короче, такие скрасили. Ля-ля, объехала. Дробаш, блядь. Ну-ка еще кто-нибудь. Ля-ля, вон она, вон она! Вон она из кустов вышла! Смотри, машина сбила, блядь! Её давит, давит! Моя любимая, ты давил моя любимая сволочь! Блядь, Леня, объезжает самое главное! Ой, мусора! Стреляет, они сверху! Они с кицназа с гор спускаются! Надо машину брать, если её попавшись! Ай-яй-яй, менты приехали! Да не сидись, блядь! А, менты, кругом менты, блядь! Поехали, поехали к моей хате, чувак! Блядь, не едет, чё ты, блядь, вообще! Я проснулся, а толку в хате не спрячемся! Только менты, но надо отрываться! Меня пробили! Они колесо пробили! Я так и понял, блядь. Очень интересно. Нам надо пусть... Она не сварочка. Тут Петро должно быть, чувак. Да. Я не знаю, хорош. Я дам его, короче. Ой. Зря ты. Да-да-да. Да, блядь, поган, еще машина, дерьмо, блядь. И я к тёлке залез в машину, прикинь. Да? Чисто просто на машину встал. И с ней катался. Поехали, женщина. Shoot your ass, my ass. Что-то поцелуй my ass. А, ты на меня наехала, мразь. Как ты посмела, женщина. Блядь, да ты заебал эту призу, блядь. Ебаная. Как ты посмела, тварь. Блядь, да что за призы, на тебя, на тебя. На. Почему нельзя голову отрезать? А, ебать, меня лагает, блядь, я сейчас убью за это, блядь. Все. Ебанутая игра. Так, надо тачку брать. Holy shit! The hell fucking way! Fuck you! А ты в метро спрятался? Блядь, я добежал, блядь, меня так фризило, когда я забегал, мне в спину стреляют, блядь. Пиздец, блядь. Ну я, сука, убил бинта, который тусуется, блядь. И все, нахуй, вроде бежал, блядь. Все, короче, я в метро, чувак, нормально. Я к тебе сейчас подъеду. Я уже тоже ставил ментов. Заезжай в метро на машине. Ааа! Вы чего, я, пацаны, не дали заехать, скоты, да вы чё? За это вы жестоко будете наказаны. Будут наказаны. Где эти мусора? Ты меня прикроешь, чувак, я воюю. Ай-яй, блин. Сейчас я влечу с гранатами. Чё, есть там кто? Да. Понял. Я гранатами кидаюсь. Ай, мент, ты чё, падла? Хорош. Нет, от... Ай! Чёрт, они в спину... Они в спину стреляют! Откуда ты стреляешь, будут? Своего дробаша. Ебать, ты положил. Прошёл. Ладно, живём, блядь. Тихо, это я... Всё, я на месте. Меня уже покоптили, скоты. Я звезд. Он бежит. Минтом в ногу. Мой коронный метод стрельбы из-за угла. Ловите! По трупам. Очередь не по трупам. Шилится для лохов.
блядь! Чё, ты сорвался? Я гранату чеку выдернул и держал её. Потом кинул, она об этом самое врезалась. You can't put a price on peace of mind. One call to Morse Mutual is all it takes to have a fully insured vehicle replaced. Morse Mutual Insurance is sold at all participating garages. Блять, если передержал твой покойник, блять. Это тупо, я являюсь. Сиги лежат, короче. Передо мной сиги лежат, но я за ними не выйду, блять. Нахуй эту хуйню. О, ваш новый транспорт был доставлен на гараж. Че, отрываемся ментом, идем смотреть? Да. Я уже оторвался. Или повоюем еще. Не, да давай, пойдем, я тебе тачку покажу. Тачка огонь. Убегает туда. Так, мне нужна машина. Я тут не покоцаю. За угон. Не, нормально. Так, мент умер. Я мента ранил, он умер. Где моя хата? Че, отрывайся, давай, я тебя до этого могу даже довести. Я это засел, как. Ладно, я подъеду сейчас на тачке. Давай. Ну это долго будет. Будет долго. Мусора меня тут таранят. Женщина! Ну нахуй, дура тупая! Они ищут по всему метро. Может, кого-нибудь подрезать. Они нашли меня, чувак. Вы это самое в прятки играете. Прикольно, одного мента задавил в поезд. И менты тоже ищут, я в розыске. Блять, что-то хуёво всё, блять. Нужна твоя помощь, блять. Блин, я уехать, чувак. О, вот она хата тут. А, не, это гаражи. Или это хата? Это хата, абриганка. 500 косарей стоит квартира тут, прикинь, какая-то. Ебать, он живучий, он весь рожок, блять, пережил, блять. Ебальник. Сука, мразота, блять. Я его прям сажу, короче, он лежит такой, прям прохуярят пули, блядь, он, блядь, не выживает. Тварь живучая, блядь. Живучий мент, Скот. Нахуй идите, блядь! Ментяры позарные! Всю жизнь покоцали! Так, сейчас я это самое... Тачку возьму свою. Ну где тачка? Мент прячется от меня, прячется. А, вот он, точила. Из-за угла выглядывает, я ему с револьвера в голову пытаюсь попасть. Тачка зверь. Давний намек. Добрым молодцем уртом. Где там сидишь? Сейчас я к тебе подъеду. Вот, другой попробуй, который совсем упущен. Просто рвать. Бля, что-то, короче, хуёвое место. Подбегают, блядь. Ой-ой. Ой, тачку не ломайте. Скоты. Ебать, я ментам ногу убил, блядь. За того выстрела, блядь, свой пистолет. Да, кстати, пистолет у тебя магнумы. Две вертушки тут зависло. Я пасу. Cover me! Не прикрывай его, блядь! Лоха! Я бы этот мусор. Тут ОМОН, чувак. Так, ну я тебя жду. Если они не прибегут, я... Как тебя мой аппарат? 20 косарей стоил. У меня фриз один ебаный. Ебать. Этот такой. Багист. Да. Поесть. 20 косых. А, я курю, смотри. А как ты куришь? Через М там, короче, курил у меня. Давай покурим.
Или нет, доедем до хаты, а что нам туда ехать? Курево, а у меня тоже есть курево. Да, ну чё? А чё, на миссию надо, наверное, или что? Наверное. Ну давай тогда, я выбираю. Слушай, бандитская разборка. Пацаны на районе хотят войны. Кроме, у меня хп ещё мало. Да хуя тебе, блядь! Я подавляю! Как я могу? Я отступаю, чувак. Пацаны на нашем районе тусят. Ой, бля, меня сняли. Я еще стою, короче. Давай, давай. Убейте врагов. Осталось 5-15, слушай. Мэн, блядь! Да ты что, ганстримис, пока, а? Да ты нигер, блядь, вообще на районе что-то. 1-15. Их сил с дробаша застрелился. Лошади. Вон он. Справа какой-то. Где-то. Снял. Все, бандитская сборка пройдена. У меня такое ебало моя стоящая стихлость. Я крут. Попадание в голову 5. Написано все убийц 0. Я столько народ завалил. Ебать, калаш. Лошит. А где вода? Слили. И в этом музон играет. Уровень повышен. Награда выкуривания. Суки, открывайте, полиция, блядь! Ха, я на крышу. Ха, лечу в окрасине. Это здесь играет? Да, где-то. Ну, а нахуй там? Кто-то спит, ты такой в окно им. Вот смотри, дом какой-то продается, чувак, в цене, видишь? Да. Не хочешь себя там посмотреть? А прикольный такой, да, типа вот этот компаунд такой. Строю. Я бы такую квартиру купил на самом деле. Влетел, блядь. Ебать, мужик говорит, fuck me in the ass, блядь. А, это гараж. 75 косарей гараж. Нихуя себе, блядь, это дерьмо! Что ты, мужчина? Объезжай меня, объезжай, скотина! Сказал, объезжай! Ну и зря не объехал. Долго думал. О, вертолет летит, короче. Полетел! Ой, блядь, чё кто стреляет, блядь? Еще один улетел. Вертушка падает. Black Hawk down, Black Hawk down! 4 звезды! О, мент забрался. Officer down! Я согласен, что он down. Блядь, хуй мы спустимся, короче, вот что скажу. Это факт. Держи лестницу. Ты понял, пизданулся, блядь. Надо в тачку садиться, так делать. Еще один летит. Выкольно падает, чувак. Спецназ, с вертолет, чувак. Где? Еще один, блядь. А, ты стреляет, блядь. Ля-ля, чувак, такой, чуть-чуть. Ой, я убил. Да, ты залез. Тебя убили? Да, они залезли наверх. На вертолет. Вот и всё. Ещё травей, лезут в тушки. Ебать, не лезут к тебе, блядь. Просто пиздец, короче. А ещё двое, короче. Меня с вертушки сняли. Да, жесткая хрень. Я говорю, на открытой территории их невозможно сжать. Да не потерял тачку сел, и они сагрились. Блять, моя машина, ёпта, я честно угнал. Что такое? Блять, я с тобой. Да, я за ними. Фак. Я их на тачку угнал. Ебать, я спустя такая толпа на меня. Так. Вот отрываться надо. Мент! Привет! Братиш!
Зевон. Бля, еще вертолет, блять. Ебать их тут нахуй, ёб твою мать! Иди мусор отсюда. Че за маньяки тут ездят по дорогам? О, женщину надо задавить! Ебать! Слава! Невозможно оторваться вообще. А ты видишь, как толпа едет? Блять, за тобой менты чего? И где? Я на мост уезжаю. С тобой менты? Да. Блять, надо отрываться, короче. Блять, не заметь. Тварь ебаная. О, я по полям поехал. В отрыв. Бля, ебать. Не тянет. За мной вообще. О, я на поле. По горам, по полям, по лугам. Я быстрее сам сдохну, чем я менты убью. Машина посыпалась. Я вроде оторвался, надо сохраниться теперь. Я тоже оторвался. Машина в хлам превращается. Потихоньку. О, я оторвался. Я сохранился, короче. Я тоже оторвался. Я машину граблю. Ну, все деньги есть. Наличные $24. Я запарился. Блять, согрел. Элиас Травл. Скиньте клиентам Элиас уже сегодня. Подберите себе что-нибудь из нашей новой коллекции роскошных и практичных летательных аппаратов. Они гелят. Молодчина. Тачка разъебанная, вся в дырках и крови. Сразу на рабочей машине. Ты мою не видел, чувак. На которой сейчас гоняю. Супер яхты! Купить супер яхту от 6 лимонов баксов. Модные узнавания, их видно из космоса. Оцените нашу новую линейку супер яхты. Создать свою супер яхту. Два варианта, короче. С вертолетной площадкой тут, бассейном. 6 лимонов и 7 лимонов есть. Всего-то, блядь, так держим. Та-ра-т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 а-
И здесь смотреть список. Вот. Мои домики. Как это уменьшить? Блять, я сказал. А где ты вообще нахватил? Сейчас я покажу свою тачку. Чё, у тебя новая тачка? Нет. Мою убитую тачку. На которой я от ментов утирал. Да, вот есть, короче, за 150 какой-то дом, непонятно. А вот ты не видел, что за дом, надо посмотреть везде, чувак. Да. Мне кажется, это квартира там, не? Похоже. Ну, похоже, да, что-то типа дома там. Ну, непонятно, на фотке там не видно ничего. Давай, может, ты меня отведёшь, надо как-то тащить это. Поработаешь, водилой.
я здесь в переулке стою, короче. Я подъезжаю. Сейчас поедем, посмотрим квартиру. Скрываем улики. А музыка играет. Да, кстати, я тоже слышу. Поджигай твою машину. Гори, ясно, чтобы не погасло. Ясно. Смотри, тебя сейчас взрывной волной бьет, чувак. Тачка взорвется. Не должно. Наверное. Ха-ха, еще последнее колесо. На нахрен. Я так и знал. У тебя полная хп? Почти. Где-то 80%. Позвонит. Брюси. А че менты согрелись? Да? Куда я выйду? А, уже согрелись, да. Садись, это из-за взрыва, походу. Понял, он. Черт, со всех сторон. Есть туда, да. Вот туда, приулок, блядь. Сейчас зацепишь. Не должен. Сворачивай направо, налево, да. Попасть пока мне метку на дом. Найдем там кто-то. Пока есть у меня. А вот смотри, какой-то тоже. Дом? Еще не знаю. Ой, лаза какая-то. Блять, он там мент. Со своей там мент сзади. Давай, быстрее, пока не знаю, это сама. Не чекнул. Да когда вы отвяжетесь, уже от вас удираем. Так меня отвязали, что ли? Да? Твоя машина подозрительна. Ну, новое задание от этого от Тревора появилось. Да. Ну, обычно. Пиздит, когда. Мне чуваки на фотик фоткают. Это где вообще? Ты уехал. Да, я за тебя. Почти. Сейчас я. А мы что-то будем смотреть? Ну, поехали к дому. Садись. Хотя я гляну. Кстати, тут два дома, смотри. Да. Там дальше еще один. Че это? 333 тысячи, блядь, каждая, короче, квартира, блядь. Да. Ну, это вот такое. Этот, походу, нормально. Это самый дорогой, нет? А, нет, нет, это там миллион. Миллион, 980 миллион на 100. Внимание, актеры, это ваш шанс поселиться в элитной улице МЛВСТ на лучшем районе Рок-Полпис напротив легендарной стрельбище Маджесси. Выходите из дома и выделяйтесь прямо на съемочную площадку. Выключает гараж на 10 мест. А это че такое? Вот, не вот этот небоскреб. Вот, а нет, 240, слушай. 400. Нет, тут, короче, он где-то выше. Квартира 51, 4... На последнем этаже 51 квартира. Смотри, баба стоит, чувак. Смотришь на бабу? Ну да. А я не при делах. Оно тебе перекувыркнулось, нет? Нет. Где мой? Дайте мне тоже какую-нибудь жертву. От этого не сносит, короче. Дура, зачем задом сдаешь? Она мертва. Выстрел с кальтана в ебальник, блядь, решил проблему. А я не по делах. Ты! А я вообще не по делах. Два выстрела, два трупа, блядь. Снайпер в деле, блядь. Я поехал, короче. А я выпрыгнул, блядь! Товарищи менты, не надо! Так, выточку, мужик, я у тебя конфискую. Как ноу? Как ноу, когда ес? Сука. Сдох, тварь. Я умер. Блядь, зря я выпрыгнул. И поди приехала нахуй, ёпта мать. Да вообще как-то. Забери меня, чувак. Сейчас, подожди, за мной менты.
помню. Блять, я хочу, чтобы люди подпрыгивали, когда стреляют с крупного калибра, блять. Разве это непонятно, нахуй? Я, блять, стреляю с крупного калибра. Не просто так, с крупного калибра. Блять, а как мне сделать так, чтобы мой машину? Ажи, блять. Машину. Так ты. Чего стоите, вы, суки? Буду вас еще объезжать, что ли? Гандонов. И Гасус какой-то, что за Гасус? Конторок. Hey, remember me? It's your creepy Uncle Lester. Listen. Тут еще бандитская разборка, что ли? А, да. Ёбаный механик, это мы звоном. Просто тачка. Блять. Я на к банде когда приехал. И они войны хотят. Бизнес? Чё? Бизнес, я говорю. Да ёп, Перес это. Ебать, за меня награду. 5000 баксов. Да. Где моя УЗИшка? Кто говорит, не приходите, даром. Тебе не приходите. Я твою. Подключайся. А ты теперь отчет. Да, их скотов. Вы чё, мою тачку? Ньорино, Ньорино! Арено! Арива, арива! Арива, вива, Мексика! Положили кучу мексикашек. Эйх, мучачо! Будем тебе сейчас жопу прострелять, чо! Винченцо! Нет, он убил Винченцо! Взял. Ух ты! Сзади! Хоть не пропасу. Да. Он чё не сдох, блин? Сколько осталось? Ярива, Ярива! Вот. Чётко. Всё? Неплохо так месил. Невзначай. Зачистка, вы выжили в бандитской разборке и убили не менее 10 человек. Неплохо. Ярива, Ярива! Где мой аппарат? Да, да, ты с этим, с черепком. За голову Малрата 5 косарей. Ты опасен. Да. Цени, у меня машина вся в кровище. Моя видал, красная. Ну чё, поехали. Ты точку поставил, да, на хату? Блять, ты куда садись, ты пидорас? Делаю. Бело-красный.
Все в кровище. Все, в твою садимся. Приехали. Колесо пробито. Да. В этом дробинах, короче, такие вмятины на нём. Мне нравится. Блин, а чё согрелись-то? Да поехали. Стреля, стрельнул я. Чё? В этом городе ещё на выстрел. Юху! На лету бабу зацепил. На голове. Так, где-то тут. Да, где-то тут. Налево, налево. Оля, его на моя тачка. Ярива, Ярива! Вот я понимаю. Так, не, они вот, по-моему, вон там, чувак, там, видишь, такие два отвеза от моря. Сзади нас. Слышь, сзади такие две, типа, эти дорожки, например. Не едут, да, чувак. Живи. А, все. Вот, да, туда. Да. Дальше, направо, налево. Налево, блядь. Летовые тачки. Я вот это же хочешь сказать? Да нет, подожди, да. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. We haven't heard from you for a while. We are still the number one source of luxury and specialty transportation needs in Los Santos. We hope to keep your business. Goodbye. Я не вижу вывески. Рэнс. Вход вот он, слушай. Угоняет. Где угоняет? Бля, кстати, вот еще тачка крутая. Хочешь попробовать? Ну? Бля, прицеп. Ничего, черт. Ну давай. Корвет какой-то называется. Что-то непонятно. Не эти дома, по-моему, чёрт. Ну, надо посмотреть на сайте дальше. А, вон, по-моему, они просто на карте в белом показывают. Ух. Где? А, да. А, не, а не мой-то дом. А, не, это не дом, это вода, блядь. Вот он, дом. Да, нашёл. Вот это подсвечивается на карте, вот она. А, да. Вот он. Вот он. Оно? Баба! Ты ебать. Да, он. 150 косарей стоит. Бля, ну такое ничего, да? Ну это не знаю, это твой весь дом или что это, или подъезд? Не, ну это многоквартирный дом, просто так сделал. Чё, весь дом, знаешь, это многоквартирный. Вот гараж, типа, блядь, сам. Не, ну не очень такой, не очень. Ну, как бы не полноценный дом тоже, знаешь. Не около того моря. Можно сгонять в другое место, а там еще были два около моря. Ну там такие, конечно, они не очень. Еще я посмотрю, где они находятся. Даже. Помнишь, где они находятся? Да, они на севере. Ну поехали, короче, если ты помнишь, я посмотрю пока. Да. Ну я сейчас. Скажу, где-то. Аж уебаный стыд. Ну и вообще-то далеко от города, чувак. Не очень, на самом деле, будет. В смысле, от города какого? Ну, от основного. А, ты имеешь в виду где-то там в ебенях, в деревне? Да. Не, ну есть же вон там, смотри, дома, короче, которые находятся. Вот есть на другом конце пляжа, короче.
там. Пойдем давай пока. По пляжу. Женщина мертвая валяется. Но не получается выстрелить так, чтобы он сидел. Excuse me. Ну я понял, короче. Сейчас я поставлю кинерчик. Стоп. Куда? Как тебе тачка? Ну не знаю, не, как-то не очень сяно. Долго разгоняется. О, опять война с бандами. Давай повоюем. Зачистим этот район. На крышу можно залезть, интересно? Ну, нельзя. Ну и чё, пацаны? О, вот они. Нет, не они. Где-то бомжи. Адки-то не стоят. Хе-хе, я на крышу залез. Бать, калаш парит. Ой-ой. Они просто рибалансят. Я бать их там. Арива! Арива, арива! Еще один какой-то остался вон. Пройдено! Ха-ха-ха-ха! Лохи! Все убийство. Не успели. Hey, it's your friend Simeon. Simon. You forget about me. Звонит. Come, call me when you need something. Бабло их не полутаю. 600 баксов. Я 600 баксов с них поимел. Чё, утырок? Говорит, Симеон. Его Симеон зовут, ёпт. Симеон? Да. Симон. Это они типа неправильно его называют, я так понимаю. А перевели тоже неправильно, блядь, получается. Водички. Горите в аду. Эти около тачки что-то случилось. Ну, я поджигаю чуваку. Да я верю. Если ты не видишь, где тачка, я стреляю вверх ракет. Да, я вижу, понимаешь, где ты стоишь. Когда пройти-то? Ну-ка, стрельная ракета вверх. А, не видно вообще. А, вон. А чё она внизу и вверху, не понял. Она вниз падает сам. Ну-ка. С калашом я крутой, нет? Крут, крут. Вертолёт где-то стали. Так, ну и куда? Сейчас поставлю. Появилось. Пик. Чётко я развернулся, так бы в реале разворачиваться. Ритос. Думал, понаставили машину, они на красном светофоре стоят. Опа! Соскочил. Как царь. Она фак показала. Повинна смерти. Чё, опять китарейся, да, мразь? Тут
стреляет? А это ты? Я. Обстреливаю машину, блядь. Все, зашкеемся к ментам. О, кстати, дом тут рядом. Гербаповой бандитизм. Может, подрываться вообще ништяк. Вышли нахуй из машины, когда раз. Бля, они меня обнаружили, чувак! Да. Едь ко мне. Да давай, выходи, я вот там сзади. Бля, я не могу, короче, меня прижимают. Сейчас я подъеду. Давай, 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 давай. Вот он я. Ё-моё. Уходим назад, назад сдавай, там, блядь, переулки, пиздец. Уходим, блядь. Вертухаи полетели. Направо, 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 блядь. Сейчас мы тут поворачиваем. Бля, сейчас вернем. Не, нормально, нормально. Оторвались, оторвались, но сразу. Сейчас отъеду. Так, назад повернул. А, сука, я свернулся, падла. Ладно. Едь налево, направо, 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 направо. Потом едешь, там видишь, раздвоит на дорогу. Туда налево поворачивай. Блять. Ай, давай, чувак. Будь он не летает. Ну что такое? Что ты делаешь? Съезжай, блять, ты, блять. На следующем налево, на следующем налево. По прямой. До этого прям. Блять, заебал, чувак. Сдохнем все тут, блядь. Едь, 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 по прямой. Вон он, ест все в путь, короче. Дальше, 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 дальше. Вон он, вон на, вон на. Дальше, вон он. Давай, давай, давай! Изымаемся на его нахуй! Эвакуируемся! Уходим, уходим, уходим! Бля, у меня теперь лагает, давай ты вперед беги, блядь, зачищай, короче. Меня не лагает. Засадишь кому-нибудь ебальник с дробаша там, я не знаю. Там мент должен быть один. Не было никого, кстати, чисто. Может, внизу где? Экстренный спуск, блядь. Ебал вам забу. Я не буду пить потом. Ты кроме меня попью. Пошел попить. Все-таки мент забегает. И въебало получается тормоша. Рон звонит. Give me a call sometime if you need some work. Есть, нужна работа. Работа. Все, отстали.